Значит, у нас осталось меньше часа, 50 минут. Так, шоумен. Нули час. Ну еще этот, еще чумка же. Так. Значит, 5 хилов. На второй фазе все метки под босса. Когда Геру скажу, милики, блять, будете морозиться, будете без ролла, блять, до лича. И на личе тоже без ролла. Коня не отдам. Чек на пуп. Сейчас, секунду, а хоть какую-нибудь шмотку надеть на просто? Конечно, нет. Все надевай, которые есть. Ну, все вообще без понтов будет. С ВПшками все то же самое. Готов? Погибель. Сейчас, секунду, поезд еще. Я не вижу шмот свой просто. Этот. Все. Герой Blood Angel. У тебя есть фрушмот? Естественно. Красава. Смотри, сейчас погибель. Спускаемся вниз, ход темрейд. Погибель, смотри, звезду вот так вставай. И отсюда ЛПшки начинай и начнешь разворот. Звезду, звезду, в центр встань, звезду. Вот. Да у меня, ты меня прям обижаешь, ты уж извини. А ты, ну, мы ж тебя первый раз видим. Ты не обижайся. Да. Мне вообще на ультрасте Настя посоветовала сюда идти. У нас ультрасте. Да. Только, смотри, тоже на переходке лучше выйти раньше, все равно тебя не убьет, чтобы поставить нормально. Я, честно говоря, про нее ничего не слышал, про ультрасти. Ну, видел у них такой. Она посоветовала тебе? Да, мы с одной гильдии были, а сейчас вот у нас ГМ распускает ее. Ридом киньте, пожалуйста. Спасибо. Эти метки ставим. До половины подбиваем метки. Слева близко. Куча, за которой прятается, ее даже не бейте. Слева далеко. Все, стоп по меткам, не бейте уже. Че вы бьете? По центру падает последний. ГЦ. Давайте, захиливай. Че у вас там? Чешется, блядь, что-то или че? Сука, вы не понимаете, 50% потом сопнуть доты свои. Они и так до 30 довольны. Верни чуть-чуть еще. Могу для котов гайд снять. Вот как я стою сейчас. Вот так, я прекрасно достаю полоснуть. Она тебя потом не достает? Нет. Ну, я много раз бы уже отлетел, если бы не доставал. Беги! В принципе, могли бы и в одну взлетку, ну да ладно. После БЛ, да? Надо было после подтяжки, да. Сейчас уже не надо. А. Все, сейчас это глыбы подбиваем. Видом, ДК. Спасибо. ДК только разбейте сразу, оба танка в склепах. ДК по центру, его разбейте. Давайте треугольник сразу разбили, от него перебежали на другую глыбу. Перебежали на другую теперь. Все. Крайний левый бейте, правый бейте. Это с последней стрела будет? Да, вот, да. Четвертая. Я в глыбе, мой.
кто в глыбе? Я ДК просто был в глыбе, не видел ни хера. Сколько стрел было, не считал. Давайте Геру. Первая под босса, сразу разбиваем. Алло, Геру. Нет. Элитные подбоссы сразу разбили. Милики ушли. Не жопа идите, отбегайте нормально. Разбили сразу. Следующую также и не бьет. Скюрит. Милики ушли. Стоим за меткой, скидываем стаки. До половины пробейте. Чуть-чуть подбивайте. Под конец каста разбивайте. Следующая под босса и сразу разбиваем. Дутипка под босса и сразу разбиваем. Ушли все. Сразу разбили. Следующую так. Вар остался, остальные ушли. Также разбили. Под босс. Сразу разбили. И сейчас последняя под босса будет притяжка. Зайти не под босса, без шамана. Милики ушли. Вот, пока. Так. Не бейте метку. Подбейте до половины. Притяжка, смотрите сейчас. Все остальные в сторону и бьем босса. Добивайте метку. Вар в сторону. Добиваем босса. Ну за типа это мне что, зубы дантал? Не, 20 штук. У меня было 20 стаков, и я выжил. Офигеть. 20 не убивают в обычке, роль типа. Ну еще если ты скидывал заметка за глыбой стаки. Нет, 20 стаков освобожденки. Ну так она не убивает. Он должна была меня шутнуть. А. Нет, 20 не убивает, по-моему. Критель вроде типа. Эрдружка. Ну, не то, сори, сори, не то. Че не то? Да я не то рожну, я не то в токен рожну. Давайте, давайте. Пришли на проф. Давай, чумка еще. Ну, чумка, проф, да. А там не рестлер, я так понял, типа, да? Кондаун. Кто? Тяхан, как ты сдох там? По-моему, он ФК был. Давайте, агрим, бьем этих дураков. Это робот. Ой, блин, косяк. Стойте, стойте, стойте.
Дайте новую. Как приучить себя переодевать шмот после себя? Ты не туда завернул. Чего? Я все люблю там бегать. Да, это самое. Слышишь этот портопап? Ты, короче, печеньку первую только забрал, да? Две. Или кому-то отдать одну? Можешь отдать этому Матанге, потому что он проспал ролл, короче, я тебе кинул, и он потом ролл кинул. Матанга, можешь? Дай. Дай. Матанга. Ну, дай трейд, я отдам сейчас. Ушли обратно. Обратно уходите все. Я эту зеленую веду. Ушли обратно. Давайте хотаем рейд сильно. Мага хотаем. Пять так. Сейчас одну псину еще бьем. Никто не бежит, ничего не активирует. Бестака. Семь уже что-то. Давайте, кто-то к гнилому бегите, активируйте ловушку.
Ай, жрут меня! Бейте этих дураков сверху. Притяните треугольник. Притяните треугольник. Две активировали? По-моему, да. Так, ну пошли быстрее, гнилого. Резник, я там приду. Резник, летело там. Так. Так, ну давайте, короче, на РНЖ будут Элем, ШП, Хант, это три тела. Сова, 4, два лока. Какая РНЖ, Слава? Ты обкурился опять? Это всякую херню курить. Это фишка Войда, вы что еще не знаете? Но ты лучше посоветуй мне, что ты куришь. Блять, даже я что-то купился. А прикинь, так привык, короче, в геру приходишь. Ну типа, вставай на рейндж, а ты хоп, под босса встал и вайпнул рейд, блять. Надо с обычки приучать, блять. БП, да, конечно, все правильно. Так, беги быстрее, Soulfire, Soulfire. Soulfire. Чек на... Короче, oh, запускаем без чека. Запускаем, вперед. Раз, два, три. Геру спу. Дай маны. Сейчас. Да у тебя, блядь... Ладно, на. Кош там, нажми. Мам. Мам, не ну. Вот так вот. Забирай склизкого. Сейчас. Четыре. Пошли на рыхлого. Тухло. Ну рыхлый, тухлый, какая разница. Рольте травму на мейн. Есть и отличные новости. Так. Ремул на мейн, я так понял, да? Да. Остальные на офф, я так понял, да? Да я поэт. А Мишка еще на мейн.
Так, квест сделать там надо кому-то. Кровь нужна кому-то? О, я взял, если можно. И чест взял, если можно. А как у тебя нет? Blood Angel. Так, даю Blood Angel кровь. Не подходит. Да, стоп, я квеста не брал, ладно, забей тогда. Кому кровь нужна? Квест есть у кого-то или не надо? Алло, раз, два, три, меня сумоньте уже. Ставьте шкаф, сумоньте меня, бедолома, Блуди Энджел. Блядь. Этот. Матанга, что ты стоишь, в небо смотришь? Бедолом, почему ты лежишь? Минус ЕП дать тебе или что? Я вот эту хрень взял. Вы не резали бедолома? Он вышел. Ладно, пусть лежит тогда. Чек на пух. Давайте матангу сумоним. Ну что, кто заходит, то выходит, бедолом. Принимай сумон. Начинаем. Великий пельмень. Да вынесу, смотри, бей, я вынес. Давайте сюда. А у нас что, еще код в рейде, что ли, или что? А, нет, не просто. Армс может быть. А кто Армс? Что, вещи пропадают, да? Угу. Я еще думаю, блядь, что-то хуйня. Че, на 8 забираешь? На 9. Ну, без разницы, хилить сейчас паладина, я так смотрю, у него ревностный там, не? Будет ревностный скажешь. Yeah. Да, был. Я 50-50 отдал. 50-50, помощь зала сейчас использую. Ну, я эту что называю это. Ну, я понял. Сейчас помощь зала использую. Вот, чуть не умер. Я не умножал ласку. Так, три споры с Мелизоны ушли отсюда, блять, сдохнули. Разошлись две споры, отошли друг от друга. Тапки. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Как-то так, короче. Кровь уже никому не нужна была, да? Побежали на ивент. Что за ивент?
Сад чудес. Чудесный сад. Сила нечестивости, Иван. Марлин, ты хочешь что, вайпнуть на таком хорошем моменте? Я могу зайти за твой аккаунт и сделать квест. Я тоже так делал кому-то. Не знаю, мутанту что ли, или кому, не помню. Мутанту. Кому-то делал, я не помню, вроде мутант. Сулфайл, принимай сум. Сулфайл, ты шоу помнишь? Мутанту квесты делать. Она покажет, типа, а вот все здесь. Здесь, говорит? Ну, он суманулся. Волк. Где он? Присани, блядь, того. Не-не, там стоит. Поменялась иконка. Так. Матанга, все потому, что я бью синенькой печать. Ты желтый. Так, минута прошла, там нет, ну-ка. Ну, типа, ты даун, если что, Матанга. Ты его еще не выкинул. Не убегай далеко, куда ты побежал? Прямо. Вот, тебя чуть жопу не прищемило. Шоумен, что ледяная корона, ладно. Это самое. Значит, протопал, иди к столу. Чек на пол. Так что ты не даже делать квест? Ты не знаешь, как делать квест. Ты уверен? Да я, блядь. Мне вообще похуй на эти квесты, я просто спрашиваю, это хил вообще? Ну давай, Марлин, ты в куклу, это, портопал, бегай просто, сакры давай по КД. Давай, пей стол. Отличные новости, народ. Зеленого не замедляет, красного замедляешь. Лёшка, это самое, ШМ, дальше всех замедляет. Вышли, милики, фурики, нормально стоит, лучше. Армс. Веди уже под зеленого, как мы его бить будем, блядь. Если ты давно не играл, то веди под зеленого. Ну тогда стойте у стола, стойте уже у стола. Все, стой у стола. Встали все к столу. С центра РДД пришли к столу. Быстро. РДД, бревна, лапами машут там. Сейчас далеко выберет слизень. Вот, бьем зеленого. После стана, милики, продолжаем зеленого бить, РДД зеленого бьем. В цель сбегаемся, РДД отбегаем. Добили. Добили этого дурака. Вот, бьем профа. На красного замедление готовь, лужи там рядом с красным. Нет. Это что, колба там? Нет. Да, в столе колба. Так, сейчас красный, РДД в красном, РДД в красном. РДД, алло. Милики в красном. Дать бог, не?
А, нет, он там заметил. Да, лучше быстрее. Шемс, вы нажимаю уже сотку и нажимаю. Так, сейчас смотрите, к столу все бежим, потому что опять зеленый будет. РДД с центра ушли, вы сдохнете. Вас выберет зеленый, и вы сдохнете. К столу ушли все. Зеленый выбирает цель. Бьем зеленый. Силь. Цели сбежали. Отбегаем к бревнам, отбегаем. Сейчас зеленый выберет цель. Сбежались. Давай лужи быстрее пей. Что у тебя с лужами? Резче пей две лужи, третью. Быстрее пей, лужи, клацай. Всех слизней сейчас замедляешь. Давай, не вайпнись. Пей быстрее эту лужу, в центр лужи. Жмякай быстрее. И большую иди пей. Допивай до конца ее. Пей, пей, жми, жми, жми. Так, РДД в красного. Пей красного большую лужу. Заметно. Пей большую лужу, он заметен. Пей большую лужу быстрее. Еще две лужи появились, пей лужу. Пизда, короче. Не, нормально, пей только новые сейчас. Эту будешь потом подпивать. Нормально будет, когда мы вайпимся, блядь. Стол, бежит. Пейте старый, все, пей старый пока что. Давайте, бьем слизня. Охуенно бьем. Пей новое. Пельмени, отойди, Сала. Вар, молодец. Где кухня? Он сдох? Блять. Молодец, квест охуенно делает. Ну пробуйте хуй. Оп. Молодец, замедли его потом. Шли там рекаст, нет? Нет. Все, можно Геру давать и я пусть. Нет, сначала добейте. Как добьем? Геру, когда скажу. Бейте слизня, милики отошли от него, выберет вас, сдохните. Все, добили. Милики, к профу подбегайте. Блять, рано вы Геру даете, милики нихуя не бьют. Сейчас проводить, милики весь ДПС потеряли. Пять рулей ни одного БР. РЛ не сказал. Не надо ничего поднимать. Дайте мана МБЦ. 300. Забираю паладин. 4. Паладин забирай. Хилим паладина сильно. Этот. Матагна дай. Дива. На БДК погибель, который. Выводи отсюда, сейчас мы запремся здесь. Води, вон где луж нет. Дал тебе диван этот? Нет. Матагна нет. Есть? У тебя реги, как дела? Матагна умирает. Да, он мертв лежит. Братан, поиграй. Уже снял. Братан, поиграй. Давай, я тебя поднял, и... Чё, забирать? Да не, ещё. Сколько стаков на тебе было? 3, наверное. Всё нормально. Всё, забирай, тыч. Забирай. Давай, прожим. ГЦ с квестом, молодец, охуенно делаешь квест. Ну вы пиздец, ребята. Ну зато... А, он квест не сделал, он сдох, ясно. Ну, never lucky. Да,
покорителя рульте. На лече ставьте шкаф. Такое смешное словосочетание. Адовый даун. Это ж как, блядь, надо было придумать. Ну, может, просто человек не умеет. Я вот тоже, например, не умею. Я что, даун, что ли? Да он еще в начале инста писал. Я не знаю, как ты расскажи, что делать, блядь. Ну, я не знаю, блядь. Может, курсы организовать, блядь, за голду? Как делать квест на ШМ, блядь? Подходите в ПМ Войду, пишите. Косарь, блядь, обучу, блядь, всему. Вы не вайпнитесь так, как сейчас он вайпнулся. Ладно, вы забейте просто. Ну, накосячил, накосячил. Шо ж ты не упали? Дайте потом каску пошлем. Я без каски бегаю. Чё, Мишка? Кого научить танчить? Блять, почему? Вы же слышали, тыкайте УП, если УП в КД, тыкайте все остальное. Ну так так и надо, блядь. За ДК там, блядь, вообще там. Вот взять другие классы, да? У ДК там 15 обилок, которые что-то там прожимаются. Ну, блядь, 15, это я еще загнул. А у остальных классов по 30, блядь, по 40. Панели, сука, не хватает. Без рофла у меня на ДКшке самые маленькие панельки. Ну, я с бартендером играю, у меня там под каждый класс свои панели, там самые маленькие. Этот, слышишь, шаумен, ты шамана идешь, ты боли или кто ты, бля, я забыл. Ты тут шаманом останешься или чё? Боль, ШП? Он? Конечно, больше. Чё, мне можно в ШП? Так, а боль ты офнишь или чё, на кого ты ИП получаешь? Лофни, вот, ну, или что будет. А, ну ладно, пусть в той группе будет. Так, чек на пол. Кого там не сунули, блядь? Блядь, а это... Вы чё все здесь тусите? Как в этой гильдии его бьют? В какой стране? Ты, короче, вот сюда леча ставишь звездочку. Рейд подходит вот сейчас сюда. Погоди, пожалуйста, звонят. Рейд, звезду встали, РДД, блядь, хилы все в звезду встали. Вот протопал правильно стоит в квадратике. Вот здесь рейд стоит. Великий стоит вот тут. Вот. Лич стоит вот тут. Суманули этого? Так. Блядь, что запустил, блядь? Ау. На 6 хилов вот. Ну и чё? Спекайся в ШП. Ну ок. Да ладно, тут диспорить некому, я подиспорился. Ты же ШП можешь болеть. Да не. Ладно, как хочешь. Да, нормально, зато люди не умрут там. Танка сильно хильте. Короче, вы сильно все делайте хорошо. Так, погибель, ты тут? Там ему Путин позвонил, блядь, а вы запустили. Кто? Пизда ему. Да пускай пока попалку танчит, потом он заберет, что. Пиздец, он, а где бьем-то его? Здесь звезду встань, звезду встань. Встань, звездочку, встань, звездочку, встань, все. А там все, твой лицом замолчите, блядь. Повернешь лича лицом на квадрат. Чуть подтяни сюда лича, чтобы он в звезду стал лич. Да, чтобы он за колонной не прятался. Ага, все, поворачивай на квадрат. О, нормально. Так, РДД. В звезду встали, РДД. Тянулись совы подальше, блядь, от мелизоны. В звезду встали, совы. Вот, протопал. Начинай. Чума 3 секунды. Секунда. Чума смотрит на ком. Жест побежал. Диспел. Вот, шоумен. Я тебя по нику назвал. Встань, блядь, в ебаную звезду, пожалуйста. Ты стоишь там боком. Если бы раньше диспелили на полсекунды, в тебя бы чума пролетела. Не стой так. Чума, секунда, смотрим внимательно. Элитная, давай.
Там в мобе чума. В мобе чума в каком-то. Хуевная информация. Угу. Так, чума, 5 секунд. Секунда, чума, шаркарь. Чума, на... Хилки танка. Диспел. Да, чё-то не обосрался. Чума на хилки танка. На край пошли. А уешим эту всю пидорасню. А уешим этих дураков. А чё вы кучей встали? Здесь кучей не стоят, разошлись, Эльден. Как тебе? Погибель, пожалуйста. Блядь. Как тебе объяснить? Иди в звезду, погибель, с духом. Вот сюда иди. Растяни этих пидоров, блядь. Они никогда не растянутся, нахуй. Иди ещё, растягивай, блядь. Вот, милики, видишь, подошли, а РДД остались. Вот, красавчики. Вот это другое дело. Они же, блядь, будут стоять. Если ты будешь так стоять и в центр там духа поворачивать, они в тебе так и будут РДД стоять и сдох вот этого ехать. Они же не понимают, как прям. Все, бейте сферы ледяные. Отбеги, кто там со сферой, блядь, на кого налетел? Поднять лука? Слава. Да, поднимай. Бейте духа сильно, сферу бейте сильно. Так. Так, ты поднял. Поднял? Звезду бегите все. Быстрее. Духа добей. Протопал, беги, сейчас тебя унесет. Бегу, бегу, бегу. Бьем си. Вышли, милики. На танке в центре лужа. Так, стоим с звездочкой. Значит, смотрите. Будет осквернение. Как только первая валька спустится, схватит кого-то, сразу надо бежать либо сюда, либо туда. Вот. На ком будет табличка осквернение на мне, от него надо отбегать. Приготовили. Давайте, звезду подошли. Приготовились бежать. Побежали право-лево. Меня схватило, первую разбили. Осквернение отошел. Блять, дайте станы, блять. Быстрее, блять. Сука. Дайте станы, по кружок разбейте. Сука, я сейчас улетаю, короче. Ёбаный рот, нахуй. Да и так убью. Охотник там ловушку накидать под это, под босса. Сука, охуенно, Валик, бьете шанан на ассист. Базарь. Раньше возьмите, раньше возьмите, алё, сейчас сохранение будет. Милики, блядь! Иди в центр ДК, веди, всё, давайте в центр ДК, дали пока что. Ну блин, Хант, научись ХД нажимать. Слышь, иди ты нахуй, ладно? Давайте звезду. Звезду. Не ругайтесь, блядь. Друид? Бейте там, друид, кружочки бейте. Кружочек бейте. Хромбик бейте. Замедлите, дайте станы. Гнев небес дайте, что-нибудь. Игольник добейте. Давайте, давайте, давайте. Валик, не будете бить, пизды получите, нахуй, сейчас разою спущу. Иди его намного на край. Я не заспанил, он вот сюда. Дальше, ну зачем вы там стоите, станьте ближе к уже. Все, давайте. Звездочку. Охотник, кидай ледяную ловушку на звездочку. Валик, сейчас всех разбить, блядь. Отойдите еще, сейчас осквернение будет, отойдите. Бейте, Валик. А, это мой косяк, он. Блядь, ну... Паладин! Чё, вы живые, блядь? Бейте, пиздец, нахуй. Ещё 3 вальки улетело. Короче, переводите, нахуй, 3%. Сука, вы охуели, Валик, не бить? Нахуй вы сюда пришли тогда? Хуёвый там трай. Там попал стоял. Из-за этого мы не добили. Это не хуёвый трай, это вы на леща смотрите, да хуя, блядь. Иди его пока на край, веди, веди. На край идите все, 1%.
на край, все на край, алло. Хан, маг, лок, кто там еще? Ну хуярьте или чат, че вы, блять, ебаный урод, 40%. Все, перевели. Салат, беги сюда. Прыгай. Это рога кидай лучше на пул на БДК. У меня есть на пул. По сферам играй. Бейте нового дух. Нового, бейте нового. Маги, локи, тоже играйте сферы. Там один ШП только. Не выебывайтесь, блядь. Ну да, ШП вообще как бы не будет. Да похуй, там много ШП. Похуй, блядь, сердце. Типа пока старого. Быстрее бейте, а, пожалуйста. Хватит все свои бусты, чтобы добить. Да вас мало, не беспокойтесь. Ты сдубейте. На краю стоит ДК. Можешь паладин, если скиллованный, отдать БЗ, отвести лича на другой край. И потом привести к духам. Пал, возьми пока босс. Босса пока возьми, мы Валик так добьем. Ой, Валик, дух. Это духа, споймайте духа, алло. Дух бегает, алло. Идите уже звезду. Блять, мне САУ дали. Ты где спалите, блядь? Типка здесь спалит. Еще дух. Отбегаем, Рейд, отбегаем. На мне осквернение. Чё там, дух дамажит, будете, нет? Бейте духа. Да там и так дамажит. Паладин хильте, жнец на лече сейчас. Паладина хильте. Разжми панцирь ДК и похлопай дух. Разжми панцирь и похлопай пока дух. Похлопай их. Все, БДК, потом забирай сейчас этого лича и попал, ты уже будешь хлопать. Все, сейчас забираю. Забираю. Попал, все хлопай. Ребята, отойдите там. Два друида хила. Хилите танка сейчас. Жрец на лича. Вон он манус. Надо его так водить, блин, бешено, потихоньку. Захил, захил. Сука, будете хилить? Он захилит. Ты если что, так потихонечку уведи, не надо так быстро водить. Ну как меня научили, сори. Будем тебя учить по-другому. Да правильно делаешь, блядь. Уводи нахуй, а то не под духами сдохнут миники эти ебучие. Не сдохнут они. Давай, Пал, хлопай там. Чё эти в духу дохлоплен? Да не надо так водить, ну бляха муха. Ничего страшного. Кто видите, РЛ? Там не дамажит, у нас и так ДПСа нет. Потихоньку веди, не надо бегать. Потихонечку так назад веди его и все. Окей. Ты госы, ковш там, я не знаю, блядь, ну. Женица, прохильте мне. Все, он кастует. Потихонечку веди, потихонечку, не спеши. Духа впал, ты будешь лопать там? Тихонечку его веди, 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 вот так вот, молодец. Духов могут ретрики с баблом помочь, ШП может помочь. АДК, Митриус. А ШП нет там. Есть кто-нибудь на платформе? Да вроде нет. Не дох никто. Да, на мне этот. Протопала захил, каз сбей. Бал, бабл, какой-нибудь паладин баблом. Кто-нибудь похлопайте духу, прожмите, я не знаю, что-нибудь. Митриус, незыблемость, панцирь. Паладины с баблами, духов хлопайте. Маг глыбой хлопай. Рога, ложный выпад, нажми на лича и иди хлопай тоже, блять, одного духа, двоих. Паладин, если ты не знаешь, там, если что, надо духу дать стан, либо поток кинуть свой волшебник. Дядя, я все знаю. Все знаю. Все, кто-нибудь похлопайте там, помогите. Все, он вылез. Все, давай бей. Сколько процентов? 9-8. Еще 9. Все, парочку духов, нормально. Устранение в центре. Веди его потихонечку, потихоньку. На ману прочитай. Конскюрит, залей шоумену ману. Зачем она ему?
Да похуй, поставьте все тотемы. Можете не хлопать, у нас весь попал. Сотри, не убри, у тебя ревность не там. Джестахилем, джестахилем. Ты что, топы там собьешь каст и хиль там нашего союзника? Че, там процент добивайте. Процент. Блять, такие гуси нахуй, валик не бить, блять. Вы че, обкурились? Ну, а лужу разлюпал в самом конце, блядь, под трёх лайков. Там мой косяк был, я... Ребят, не рольте, пожалуйста, так быстро, я отойду. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сейчас, 58. Вы думали, либо сейчас ИВК собирать, либо... Да, 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 по сути, ИВК, а что делать? Ну, можно же. Либо отдохнуть полчаса. Вот тоже хуй знает. Да ИВК успеем, давайте... Да, мы-то успеем, но мы потом сразу на ЦЛК пойдем. Не, в смысле, что успеем собрать, а не успеем убить. Ну, еще. Короче, можно сделаем. Отдохнуть. Ну да. Пизда, если ЦЛК пройдет, тогда ИВК может потом. Я слышал, там на ФДК сегодня ничего не падает в ЦЛК. Ладно, тогда я не буду ставить ИВК. Чё тебя новость? Кем танчить? Варом, что ли? Хилить? И превращать воинов в плети. Хилить пополам. Да, очень лучше там танчить. Зато вы две коголды. Кого их он учит танчить? А чё, я что ли должен? Блять, а почему я должен пополам танчить, если я пополам не играл никогда, блять? Нам за него играть нечего. Масс таун дал, и тут же ты релф кидаешь, и все. Ну, это именно на личе. И так дело на мелких. А в большого точечный стан. Ой, точечный стан, тьфу, точечный таун. Тут спек под личом надо, чтобы стан кадешился быстрее. Не заберет больше ни одной жизни. Наконец. Начать. Ну, меня не возьму, не берут весь эту ручку. Настал час расплаты. Я маленький. Поднимитесь, воины света. Хранитель, защитник, покоритель. Нормально. Ой, дай потом не ПЗ ЦЛК 1250. Да. Марлин, блядь, ты обкурился. ДК фуриком идет на мейн. Валы это, блядь, когда вообще никому не надо. Но танк там тоже самое. Амитари, блядь. Ты что, блядь? Лояльность, короче. Будет фури, блядь. Рольте это самое. Блядь, как оно называется? Хранитель. Палку. Палку ты ебущую. Джаз писал, что на кота. Или конскюрит. Короче, джесту даю.
защитник роли. Покоритель роли. Был сегодня в ударе, блядь. Так, на ИП кто плюсует? Плюсуем на ИП. Так. А, два тела себе начислили, да? Или кто-то еще заходит на ИП сейчас? Чанан начислил. Так, и один слот пустой был, да? Так, сейчас начислю.